Всем доброго времени суток, Bitcoin Cloud Mining Center снова рад приветствовать вас на своем официальном канале. Сегодня речь пойдет о компании GydraMiner. Данная компания занимается майнингом криптовалюты. И особенности данной компании в том, что компания использует экологически чистую энергию, а именно получаемую на гидроэлектростанциях. Компания также постоянно внедряет новое оборудование, оптимизирует свою работу, чтобы быть одними из самых первых в своей отрасли. Компания находится в Вене, в Австрии, и приглашает посетить свой офис. Особенности данной компании, в отличие от подобных, в том, что компания выпускает свои токены, и при покупке токена прибыль распределяется между компанией и инвестором. Свою деятельность компания начала в начале сентября, но первая продажа токенов осуществилась 25 сентября, то есть был пресейл. И в короткий промежуток времени все токены были выкуплены, несмотря на то, что минимальная сумма инвестиций составляла 50 эфиров. Как вы видите на странице TokenSally, отображается информация, что пресейл состоялся и в течение 36 минут были выкуплены все токены. Следующая распродажа стартует 3 октября, продлится она 5 недель. Количество токенов будет ограничено, но при этом уже можно приобрести от одного токена. То есть при пресейле была минимальная сумма инвестиций от 50 эфиров, то в период токен сейл приобрести токен можно от 1 единицы. Более подробно данную компанию вы можете изучить, перейдя по ссылке. Ссылка будет внизу в описании к видео. Изучите все разделы данной компании. В разделе продажа токенов вы можете изучить информацию по цене. Здесь есть калькулятор доходности. Здесь также отображается информация, что с 3 октября будет распродажа ограниченного количества токенов, а постоянная продажа токенов будет происходить уже с 1 января 2018 года. Во вкладке «Дорожная карта» вы можете изучить информацию о намерениях компании и о позиционировании плавного развития данной компании. Также эта информация отображается на ветке форума BitTalk на русском языке. Здесь можете изучить полную информацию, ссылку также оставлю внизу в описании к видео. Здесь описано, что из себя представляет GydraMine, почему GydraMine выбрал именно направление ICO, представлен план развития компании и краткое описание, а именно стоимость токена, которая составляет 0,01 эфириума, и график выпуска токенов. По хронологии мы видим, что компания с сентября развивает новые гидроэлектростанции, и по графику мы видим увеличение мощностей и объемов данной компании вплоть до конца данного года. Непосредственно по сайту. Меню сайта находится сверху, как вы уже видите. Меню токен сейл, распродажа токенов. Меню дорожная карта отображает в себе планы компании. По меню команда вы можете изучить создателей и команду данного ресурса. По вкладке гидромайнинг можете изучить, что такое энергия из воды, каким образом идет экономия, в чем прелесть использования данной энергии и принцип работы. Все оборудование данной компании находится, как правило, в расположении той или иной гидроэлектростанции, что в свою очередь приводит к увеличению эффективности майнинга на 90%. Также данная энергия является экологически чистой. Вся мировая энергетика состоит из 20% гидроэлектростанций, то есть из гидроэнергии. И в совокупности все это составляет снижение затрат на 85%. Еще чуть ниже мы видим добываемые валюты. Основной упор компания делает на эфириум непосредственно. И во вкладке «Медиа» вы можете изучить ресурсы, на которых представлена данная компания. В меню «Новости» отображается вся информация о старте компании, о датах распродажи токенов и многое другое. Также изучите обязательно раздел «Факт». Здесь вы найдете множество полезной информации, а именно ответы на самые необходимые и интересующие вас вопросы. А именно, что такое майнинг, за счет чего выгода добычи майнинга в гидромайне, каким образом распределяется прибыль, что из себя представляет этот проект, что есть токены в данном проекте и многое другое. Ну и в меню «Контакты» вы можете задать свой вопрос непосредственно в саппорт компании. Обязательно следите за новостями в компании, чтобы вовремя принять решение о инвестировании, приобрести предполагаемое количество токенов и получать прибыль от распределения между компанией и инвесторами. Также хочу вам напомнить, что на нашем мониторинге представлено множество разных инвестиционных программ, и вы можете для себя подобрать любую интересующую вас инвестиционную программу, быть может, принять главное решение вашей жизни и начать зарабатывать. Администрация же мониторинга желает вам огромных профитов и до связи в следующем видео.